Так, друзья, приехали мы вот сюда вот, военно-охотничье общество, стрелковый стенд. Сегодня 24 декабря, погода, как в них погода? Тепло. Тепло, да? Тепло и сыро, и слякотно. В общем, как обычно. Сейчас вот туда идем, в те елочки, и по тарелочкам постреляем. Но еще у нас есть одна такая задача, вот Миша... Он производит патроны. У него какая-то убойная пуля подкалиберная, которая кабану за ухо там ложится, выходит через глаз. Ну, в общем, ее мы испытаем в трубе. А пока сейчас по тарелкам постреляем. Вот, смотри, все свободно. А он, наверное, ушел. А он вон, он, наверное, ходит. А вот, кстати, там вот эта пристрелка оружия. Это и есть труба, она туда вот тянется. Че хорошо, ребят, то, что мы тогда ездили, когда мы ездили, весной, да, по-моему, или когда? Или летом? А, не, мы ездили с тобой в мае, и уже заросло все, а тут вон открыто, все видно. Так, инструктор. Работаем. Работает, да? Да. Ты с СМР-кой, да? Понятно, без коллиматора, а я с этим вот... турком со своим, с коллиматором. Сейчас посмотрим. Затвор отвели. Так. Сейчас вот так, наверное. Даже, может быть, шестерку поставим по яркости. Не знаю, будет ли что-нибудь там видно, не видно. Две коробочки патронов. Спортивных тоже собственного производства. Это что, Мих? Семерка? 7,5? Семерка. Угу. Так, ждем. Д, да? Отлично. Ну и мы тоже, наверное, да? Д, дай. Дай. Кусочек отколол, по-моему. Выше, да? Е, дай. Дай. А это вверх пошла, да. Это я поспешил уже. Она такая скоростная. Опа. Что-то с ружьем у мужика. Ниже пошла. Эф, да, интересная мишень.
Упреждение больше, да, на нее брать? Метра полтора. Ага. Метра полтора. Полтора. F, дай. Дай. Больше вперед назад. Еще больше, ага. Ну вот так где-то, вот так вот получается я беру, а надо еще больше брать. Такая она интересная. Надо по F работать, Мих. Она такая классическая утка. И этот, и Е тоже. Ну да, на угон, на уход, да. Просвистело. С вот эту Мих надо чуть-чуть ниже, да, брать? При подходе. О. Отлично. Ты чуть ниже, да, берешь? Ну, а. С, дай. Мишень в движении. Да, да, да. С, дай. Во, вторым уже подточил. Дуплет. Две утки одновременно поднялись. Такое бывает. Надо будет тоже попробовать. А еще Б, Мих, тоже. Вон она там. Тоже сложная. Да, да, да. А, закрыто, да? Не, вот это вот, который заяц-то, вот этот может. А, вот еще какая тоже. Ближняя, да. Блин, вот это Мих. О. Слушай, надо дальше брать еще. Ну, утка не такая. Я беру утку, там сколько, корпус? Полтора корпуса. Да, да. Пятизарядником. Там уже что-нибудь да попадет. Опять. Так, будем с Б разбираться. Б, дай. Дай. Вот сейчас опять чуть-чуть. Что там, заело, да, Миш? Так, ну что, продолжаем, да? Сейчас ждать. Так, F. Сходите в тир. Какой? Да, в Аркадии шопу. F, дай.
ниже, да, взял. И еще. Я не видел сейчас. F, дай. О. Ты второй патрон вынь тогда, один. Вынул, ага. Мих, F надо бить уже вот так вот. И, блин, брать упреждение нормальное. То есть я ее только когда она уже скорость теряет. Ну вот если так смотреть, вот так вот. Ты брал, потому что ты брал, когда у нее скорость набиралась, а я такой взял, когда она уже теряла скорость. Но это нечестно, это читерство. Ну, утка так не будет терять скорость. Она только постоянно набирать, конечно. Надо брать вот там вот. А? А еще нет. А? Ну да, если налетает, это вот D, когда она налетает. Ну да, да, да. Ну, по сути, да, если она замедляет, садится, как бы, по идее. Да, такой может быть, согласен. Согласен. Еще надо по А попробовать, я тоже. Давай, давай. Она тоже ближняя такая, интересная. Угонные тоже мне их надо. И вот с этой еще надо, с Е разбираться. Потому что мне вот отсюда удобнее стрелять, чем вот отсюда, понимаешь? Как бы мне вести вот слева направо, почему-то мораль, ну я не знаю, как это сказать. Да, как-то проще, что ли, не знаю почему. Пух летит, видишь, там этого рябчика. Да, про газета. Ну там вообще, да, дофига. Так, а мы тогда... А, дай. С, дай. Сверху. Выше, сверху, да. Это я уже почувствовал. Получилось? Чё, перекур, да? Не вынимается, да, никак? Не, они зачем-то его еще... Еще глубже туда загнали, да? Попроси, чтобы шомполом хотя бы... Вот отсюда, вот с этой стороны его поддеть какой-нибудь тонкой... Блин, а у меня отвертки-то нет, наверное. Ножичек. Да, чем не ножичек. Ножичек может сломаться какой-нибудь. Нет, тут сюда тонкий шомпол. Ну, миг, ключами сейчас погнешь его. Это эжектор, да? Угу. Подзасрало. Так. Идет ремонтная бригада. Старичка ИЖ-27-го, раритетного. Сейчас будет. Так, сейчас Миха мультитулом. Нет, тут еще вот это, видишь, она же держит. Ты хочешь его подогнуть и прокрутить, да? Угу. Ну, старичок-то старичок. А это классика, советское оружие. Ну а что-то с нее железо, знаешь, какое раньше делали? Вообще не ржавеет ничего, да, Миш? Ты его воронил, нет? Да, переворонил. Переворонил. И хорошо, кстати, переворонил. Красотища. Лаком покрывал дерево? Не покрывал. Я этим покрывал. Мастик. Мих, он в нижнюю часть вот этого эжектора упирается, и все. Я знаю, я просто хочу этот краешек где-нибудь убрать. А, подсточить его? Или сточить, или отогнуть. Перекрутить, да, теперь? Да, он еще не согнулся. Напильник можно вон, наверное, попросить у мужиков, тут что-нибудь будет внизу. Откуда у них тут напильник?
Ну, мало ли. Знаешь, сайги всякие. Ну, вы поняли. Без напильника-то куда? Пойду спрошу, Мих, напильник, может, будет. Так, идем выручать. Бывает такое. Что ж поделать? Пойдем друзей выручать. Сейчас попробуем напильник раздобыть. Ой, стрельба-то никуда не денется. Время есть. Даже распогаживаться начало. Прям небо синее. Вот. Что, пока иду, скажу, что тарелки, ребят, это все хорошо. Надо как бы стрелковую практику не забывать. Вот, но это не утка. Как говорят, научился стрелять по тарелкам, будешь промахиваться по утке. У тарелки своя постоянно заданная траектория, скорость. А утка — это все-таки дичь. Это птица, она может как угодно менять траекторию, идти с постоянной скоростью или на снижение. То есть здесь вот надо такую грань как бы найти, чтобы не перестрелять по тарелкам и в то же время вот эту вот практику стрелковую по летящей мишени не терять за время закрытого сезона. F, дай. C, дай. С, дай. Д, дай. Ниже. Да, да, понял. Спешу. Надо вообще дуплетом было. С, дай. Она как-то так... Е, дай. Дай. Ф, дай. Б, дай. Да. Так, мы сейчас уже вот около трубы стоим, пристрелочной. Мужики пока пристреливают ночник. А мы будем сейчас пробовать Михину пулю. Вот так она выглядит. Это с лепестками, да, Мих?
Она, ну вот эти при попадании уже непосредственно в цель остается кабана. На входе сама пуля уходит внутрь и разлетается на лепестки. Ну это вообще, это на медведя ж можно такой. Ну, на лося можно. И она подкалиберная. А что за порох там? Тут сокол. Ну наш, да, отечественный. Нормальный он? Выгорает нормально? Ну, чуть-чуть остаются эти, но там крошки там. Крошки. Фигня. Угу. Понятненько. Ну вот попробуем, потому что, как ты говоришь, там кабана на вылет из уха. Ну, через... Даже не хрюкает, то есть даже не дергает. Ну то есть убойная такая. Шок сразу. И подкалиберная, что хорошо. На, держи, сейчас освободится труба вот эта. Вот она, кстати, туда идет. Тут 35, да, метров, по-моему? 35. Так, ее вот так вот, да? Твоя левая. А я вообще точки не вижу. Точки не видишь? Да. Ну, поярче включи. Ты сразу, да, заряжал? Не, я по одной. По одной? Нет, эту-то я точку вижу, а вот... Ну, примерно, центр. Ну, да. Потому что так сейчас. На 6 часов 4 круг, еще раз. Четвертый круг на 5 часов. Я ничего не ввожу, не поправок, ничего. Четвертый круг на 5 часов. Ну, я не знаю, что у тебя за пули, но сейчас у тебя третий круг, второй круг на 3 часа. Такие же пули, как я. Точно такие же. Но они совсем не летят с его стола. Если твой стол кучу собирает, то этого хуй знает куда, в какую сторону. Да, они все вниз идут. Сейчас я вот этими постреляю и штуки 3 полевой. Не поймешь, куда наводить его. Сейчас. Ну все веером ложится. Веером. Сейчас. Сейчас я полевку возьму свою. Как он называется? Не слышу наушник. Юр. Любите, как вы там называли? Стрелецкий. А, Стрелецкий. Ничего хорошего. Второй круг. Ну, будем считать на 5 часов. Вот это уже одна в одну. Вот это хорошее дело. Говорю. Я с ней пристреливал. Я уже мог дернуть. Че дернул? Ты, вот так вот. Тук. Ну, и че, во. Во. Полево, видишь, полево. Вот у ствол капризный какой-то. Не знаю, заводской патрон СКМ-овский, Мих. Не знаю. Нормально. Да, я им и стреляю. Я уже который год им стреляю и все. Ну видишь, что с теми, что с этими получается. Не, у каждого ствола своя хуйня. Пизду, у меня третье поле, но глаз летит, а шестая родная вот сюда. И я не пойму почему. Вот, тройка, да? Вот у меня тоже, я тройку пробовал, а шестую взял и все нормально. Ага. И такая же, у них, такая же у них сейчас вышла ППСТ, стальная пуля. Она тоже прекрасно летит. Ага.
Ну вот, у меня получается миг твоей, вот эта вот нижняя, да, вся пошла, а вот это уже вот поль. А три, ну это охуительно. А вот это твоей из твоего ружья, получается. Вот 5, смотри, видишь, да, 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 тоже один в один практически. Ну, да. А, вот ты такую, так у меня такая же стоит, вот, только она короче просто. Да, но у меня, видишь, я ее поднимал. А, ты ее приподнял на проставке. У тебя чуть-чуть ниже? Нет, у меня чуть-чуть левее. А, левее, да. Но это целик-то можно перегнуть. Нормально. Да. Убедился просто, что той пулей, которая у меня летит, то и надо стрелять. Да. У меня ребята, которые бегущий кабан стреляют с двух стволов, то он в одну, один ствол одну пулю кладет, а в другой другую, и говорит, не дай бог перепутать. Да, да. Это мы на эти косульки загоняли, я положил вторым патроном на картечь. А. Стая на меня выбегает, я вообще не целюсь, да, я на них смотрю, бах-бах, две лежат. Потом Семен... А картечку можно? Можно, косулю можно. Можно, да? Семен говорит, вот, говорит, мне отдал в ней пули и картечь. Я смотрю, я шкуру свою делаю, у меня картечь. Я говорю, Сиди, да. Ты ничего не путаешь. Попутал. Зато видно, чья Рада, шкура. Все, доброго, спасибо, с наступающим. Всего доброго. До свидания. До свидания. Турок, видишь, не хочет твои никак кушать. Хотя, странно. Очень странно. Семен, не, ну ты видишь, сам же видишь, что Семен, поливка, полевая 6 летит. Ну это они видишь, СКМ именно если брать, у них пороха хорошие, они сбалансированные такие. Да, в общем и целом по тарелкам надо почаще тренироваться, но как я сказал, главное найти тонкую грань. Не переборщить с тарелками, потому что научился по тарелкам, будешь по утке мазать. Ну у меня вот так было. Задумываться не будешь. Ну, как бы да, тут надо практику, согласен. Ну, все, ребят, прощаемся мы со стрелковым тиром до следующего раза. Всех с наступающим Новым годом. Ну, пока.